Здорово, бандиты, бандитки, сами как всегда Спигер, и продолжаем выживать в РДР 2. Реальная жесть. Мы пробовали здесь уже сутки, мы питались оленями, мы их запивали пивком, и поезда не было. И, мой друг, ты пишешь, давай-ка нормальным делом занимайся. Но это Дикий Запад, здесь нужно грабить, убивать и выживать. А давай-ка мы, Артурик, сейчас поспим. Как раз ночку поспим и уже на утро отправимся прям по путям куда-нибудь. То есть в какое-то место. Возможно, город, возможно, поселочку. Я не знаю, где очутимся уже завтра. Но сейчас у нас глубокая ночь. 12 часов. Слушай, Артур. Хорошо. Сворачиваем лагерь и идем по путям. Возможно, в какой-то город или на какую-то ферму мы прибудем. Поезда у нас не было. Мы уже отдохнули хорошо, попитались хорошо. Мы готовы идти дальше. В этом районе за мою голову не назначены награды. Это, конечно, здорово. То есть можно, понимаешь, начать с чистого листа. Все хорошо. Все хорошо. Поскакали по рельсам и уже посмотрим, куда рельсы нас приведут. Мы продолжаем выживать в этом опасном мире. Это чертовски опасный мир. Ты видал, сколько перестрелок? Ты писал комментарий, вау-вау, ты его отстрелил всем задницу. Всем задницу подстреливал. О, кабанчики, что ли? Здоровые такие, слушай, кабанчик. Ну это мясо. Ну, у меня другая миссия. Мы идем прям по рельсам. Какой-то населенный пункт. Все равно должна как быть какая-то станция. И, возможно, будет там какая-то работенка. А может, мне нужны деньги? 22 бакса, это не о том. Мы просто грабили, убивали. Ну, это не те деньги. Мы сможем взять только патроны, и все. На эти деньги мы ничего больше не купим. Давай, красотуля, вперед. Мы идем только вперед, и нас приключения ждут. Прекрасная ночка, слушай, прекрасная. Такая тишина. Но в этой тишине могут быть бандиты. Вроде меня. О, слушай, я вижу оленя. О, я вижу какую-то крышу. Слушай, там реально что-то есть, да? Вау, поезд! Поезд! Артур, одеваем масочку! Мы готовы грабить, убивать! Это налет! Мы вылетаем просто! Торговый, какой? Какой поезд? Где пассажиры? Это торговый, что ли? Погоди. Торговый? О, задние вагоны. Смотри, задние вагоны довольно солидные. Видишь фирму? А вот последний вагон, это вообще самый сок. Артур? Да-да, ты понимаешь, нас ждут деньги. Нас ждут телевики или дела. Вперед! Пускай поезд идет дальше, мы должны посмотреть, что находится сзади вагона. Самый задний. Так, поверху. Там точно есть какая-то изюминка. Так, спускаемся. Нет, нужно спуститься, Артур. Воу-воу-воу, тихо. Смотри, тут охрана есть. Есть охрана. Можно по-тихому зарубить ее. Черт, по-тихому не получилось. Окей. Это ограбление, ты понимаешь? Ограбление. Так, пока по-тихому. Грабанем его. Давай, Артур. Что у нас там есть? Центы. Это мало. Это очень мало. Овощи. Ну да. Так, видишь, вон там охранник стоит. Его можно просто зарезать. Так, о, он уже у меня увидел. Ее нет охранника. Так, поезд движется, понимаешь? Поезд движется, значит, это хорошо. Но нет. Там, походу, уже все увидели. Так, письменный стол обыскать. Смотри, в принципе, неплохой такой. Взять дорогие сигареты. Ух, в поезде дорогие сигареты. Ага. То, что нужно. Обыскать. А, карточки какие-то. Погоди. Мне нужно что-то реально крутое. Что можно продать. Чудо-зелье. Воу, шерифы ко мне уже идут. Слушай, это опасно. Ну, поезд пока едет. Это хорошо. Поезд пока едет.
Оп, нет шрифа. Сняли шляпу. Сняли шляпу. Погоди, там идет на меня. Бьем. Ух, вот это карабинчик, вот это понимаю, карабин, не то что револьвер. Так, сзади еще и идут они. Отстреливаем. У нас проблема. У нас реально проблема, он остановился. Хорошо, грабим. Грабим то, что тут есть. Есть чем поживиться-то. По-серьезному, а? Шкаф, обыскать шкаф. Что находится в шкафе? Ну, 135 баксов, это уже другой район. Вот это да, слушай, ну это опасно уже. Мы уже в двух штатах обыскать шкафчики. Должны уже какую-то сумму денег. Да мне реально не хватает денег, чтобы откупиться. А шериф где-то снизу, что ли? Они снизу. Мы остановились по ходу ограбить. Где-то на мосту. Патрики, есть чем поживиться, реально что-то серьезное. Где куш? Мне нужен серьезный куш. Там шерифы позади, они снизу, да? А здесь уже спуск идет. Там нечем было поживиться. Это был торговый поезд. Так, погоди, Артур, давай снизу, снизу, снизу. Что у нас снизу? Банка тушенки. Приманки, какие к черту приманки? Мне нужно золото. Золото какое-то, мясо какое-то. Какое черту мясо? Шерифы 3, шерифы позади меня. 150 баксов я торчу. Нечем откупиться. Я не окупился, понимаешь? Этим налетом я не окупился. Воу. Нет шляпы, нету шерифа. 25 баксов за шрифа. Обалдеть, слушай, ну это дорого. Уходим. Просто уходим на поезде. Погнали. Они задвигались. Они очень сильно задвигались. Смотри, смотри, сколько их там. Мне нужно, по идее, выпрыгнуть. Разогнаться и выпрыгнуть. Вижу, впереди есть какое-то болото. Воу, сколько их там. Смотри. Ну пока 180 баксов, то не так уж и много. Поэтому их не так уж и много пока что. Какая-то речка. Это какой-то уже город. Обалдеть. Мы в городе, что ли? Уху, вот это да. Но там слишком много будет охран. Там слишком много. Но там есть банк. Я точно уверен, там есть банк. Мне очень нужны деньги. Мы угнали поезд, ты представляешь? Мы угнали поезд. Но чему-то хорошо. Куда его можно продать? Да кому он нужен? Металлолом продать, что ли? Смотри-ка. Границы мы преодолели. Мы заходим в какой-то город. Сен-Дени! О, вот это, да, слушай. Все, здесь уже... Нет, я должен. Я должен в этом штату 175 баксов. Так, уходим. Уходим. Просто, знаешь, спрыгиваем отсюда. Турик, все нормально. Уходим в депо, скрываемся здесь. Моя лошадка подоспеет? Подоспеет? Где она там? Где моя хорошая? И, друзья, мы в городе. Ну что, уже увидимся в новых роликах по RDR 2 Реальная жизнь. Мы будем выживать в городе. Чем тут займемся? Это богатство. Будем изучать в следующих сериях. Всем спасибо. И всем до новых встреч. Всем пока.